Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла очередная посылочка из Китая с воблерами. Посылка была в пути 25 дней. И в ней опять же пришли кренки. Но заказывал специально с другого магазина, в надежде, что какой-нибудь магазин пришлет их быстрее. И вот, друзья, что обидно, не пришел здесь мой любимый цвет. Да, кто видел предыдущие видео, вот этот вот мой цвет любимый, а в этом видео его нету. Вместо него пришло два вот таких вот кренка. Сейчас, друзья, вскрою их, вскрою за кадром, чтобы не шуршать, возьму весы, так как и бренд-производитель был написан другой. Сейчас взвесим, сравним, проверим качество данных воблеров. Вот, друзья, распаковал. Специально заказывал данный набор, чтобы была разная цветовая палитра, разные цвета воблеров. И обошелся мне данный набор за довольно смешную цену. $3.70. И доставка данного набора 36 центов. Грубо говоря, $4.06 обошлись мне данные воблера. Сейчас ради интереса проведем взвешивание. Рулеткой мерить не буду, так как вижу, что воблеры точно такие же. Да, и вес у них, как и у предыдущих, 7,50, 7,48. Вот этот вот чуть-чуть побольше, 7,70, почему-то завесил. Внутри шарики. Хорошо шумят, все слышно. Еще чтобы тройнички хорошо легли на весовую поверхность. Тоже 7,70. Ради интереса взвешу. Нет, все-таки 7,48. И на мой взгляд, на этих воблерах отличаются немного тройники. Вот на этом немного потоньше. Тройники довольно острые, зацепистые, за руку хорошо цепляются. Петли сделаны неплохо, но все же я рекомендую их проклеить. Ну и при желании, кто хочет, конечно, можете заменить тройники на более прочные, на более профессиональные. Я не знаю, на пару штук, наверное, заменю тройники, поставлю более крупные. На остальных оставлю и буду смотреть, какую рыбу они выдерживают, насколько их хватает и как они по крепости. Я сниму на макросъемке. Посмотрите, рассмотрите. Ну, воблеры мне очень понравились. Хорошо работают. Хорошая игра. Не сбиваются при переходе с течения на тихую воду. Пробовал их и на течении. Заглубление до 1,5 метра.
3D глазки красного цвета. Ну, друзья, кого заинтересовал данный набор, ссылка будет в описании под видео. Всех благ вам, вашим близким, ни хвоста и ни чешуи на рыбалке.